Всем привет, с вами я, и сегодня я буду вам показывать, как делать анимации в Movie Maker в Роблоксе режим. И я вам покажу, как делать анимации. Ну, например. Не будем тратить время, и давайте начинать. Итак, мы заспавнились. Я сначала вы заспавнились, будет такая. Ну, вы поняли. Идем и нажимаем на старт movie. И все. Нажимаем. Например. Как, например, чтобы он типа делал привет. Нажимаем на N, ну, английскую. И все нажимаем. Или просто тоже нажимаем, все, ничего не делаешь. И двигать так можно вот это. Делайте вот так. И можно делать вот так. Нажимаем туда, сюда. Сюда, туда, сюда. Ну, вы поняли. И там, если ввести мышкой туда, то вы увидите стуфы, там сценарии. Но это пока мы не будем, потому что тут все немного баганное. Там есть аудио, которое я могу использовать, и настройки. Аудио надо купить в геймпассе. В геймпассе. Или настройки. И настройки вставить камеру тоже в геймпассе. Но я могу то использовать. Например. Ну, например, он потом отпускает, например. Что и начинает. А можно сделать объект в группу. Нажимаем на Shift и нажать. Ну, там тут может должно быть. И тут нажимаем на тоже на In. И хрясь. Вот. Итак, и если нажать на P, там, предварить просмотр фильма. Стоп, стоп, стоп. Ты что, не подписан? Пожалуйста, подпишись. И это была пауза, потому что вы почему-то не подписаны, видно. Если вам, ну, будет, если понравилось, ставите лайк, то есть. Если вам получится, и всегда я буду рад. Будет по ссылке в описании. Короче. Ну, по-моему, все. Готово. Можно тут поставить. Все. Ну, еще не забыл про пропы. Есть платформа. 10, там блок и бочка, все такое. Вы поняли. Еще есть краска, можно, например, покрасить тут всякое. Ну, вы поняли. Это мы все обратно вернем, а то немного нарушили. Ну, короче, вот так получилось. Потому что это был только тренировка для новов, если вы не умеете. Смотрим. Вот. Ну, кстати, я вам еще покажу одну пасхалку с загрузкой. Ну, вы для начала на спавне, в таком спавне, и такая пасхалочка. И вот. Загрузки. Тут можно туда телепортироваться, если туда нажать.
И, короче, еще я не забыл про вот этот рестарт. Если вы типа сделаете перезапуск, то вы помрете, там будет вы маму. И вы просто ну, потом ничего не будете делать, и будете новую анимацию делать. Кстати, там Нубяра. Вот он, мой друг, заходит. Такой. Смотрим. И он смотрит, нажимая на плей такой. И там иногда кубики появляются, потому что там звуки. Да. Так, телепортируемся. Он покажет, хочет показать свою анимацию, но он странный, похоже. Но если и вам так кажется, пишите в комментариях. Попал, чисто попал в закулисье. Кстати, я забыл про сохранение. Если вы будете сохранять, ну, просто иногда, ну, вы поняли. Если вы попробуете загрузить свой файл, то вы сам, по-моему, поймете, вы взорветесь, и вы окажетесь на своем, и вы сами поняли. Самая моя любимая анимация.